активной категории надежности. Вот ОМОНИ, кроме этого, Танека, АИФНК и ряд других предприятий. КАМСИ, КЛАСС и совершенно. Многие наработки, которые мы сегодня увидим, конечно же, они войдут в основу наших промышленных предприятий, объектов социально-культурного назначения. И вообще мы говорим о том, что наша страна, она по своей энергоэффективности должна соответствовать мировым стандартам. Вот эта выставка как раз позволяет решать эту задачу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство энергетики Российской Федерации за те программы, которые сегодня реализуются в нашей стране. Мы активно участвуем в этих программах, что позволяет выйти нам на новый качественный уровень. Мы страна богатая энергоресурсами, наверное, одна из самых богатых в мире. Это наше счастье, и это, к сожалению, наша проблема. Мы очень легко тратим электроэнергетику, очень легко уходит воздух. Огромные энергоресурсы нашей страны, очень серьезные энергозатраты, к сожалению, наша сегодняшняя промышленность и в целом экономика. Я уже не говорю о жилищно-коммунальном хозяйстве, ибо 70% потерь энергозатрат приходится как раз на жилищно-коммунальное хозяйство. И я очень рад, что сегодня Татарстан, по сути дела, стартует в рамках реализации закона об энергосбережении не потому, что нам постоянно нужно на чем-то экономить. Нам просто нужно быть рачительными хозяевами своей земли, своих недр, своей страны. И я поздравляю республику с тем, что она умеет это делать. Спасибо. Щелный бройлер? У них 2,2, 2,4. Виртуальная система заключается в том, что в наше время популярная автоматизированная система управления.